Очередное заседание Общественного совета Десногорска собрало его представителей, руководителей различных действующих в нашем городе общественных организаций. Одним из блоков рассмотренных тем стало обсуждение вопроса информирования населения о городских мероприятиях. Для этого пресс-служба администрации задействует все имеющиеся на сегодня каналы связи – телевидение, радио и прочие СМИ. Мы размещаем объявления, размещаем информацию, которая у нас проходит в муниципалитете, в городе, поздравления главы со стороны культуры, образования, те мероприятия, которые проходят. Кроме этого, уделили внимание туристическим маршрутам по Десногорску. В муниципалитете существует 3 тематических экскурсии и 1 обзорный городской маршрут. Вот одна из них, первая, это обзорная экскурсия по городу Десногорску, есть как транспортная, да, так и пешеходная, для приезжих групп и, конечно же, для жителей города. Важным блоком заседания было обсуждение качества питания в школах. В преддверии нового учебного года общественный совет планирует провести проверку школьных столовых и оценки их санитарного состояния. Алекс Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.